Привет! Ты на канале Кайс Стример. Сегодня посмотрим свежую демку вимперлайка Carrot Survivors. Демка вышла 7 июня. Давайте посмотрим. Давайте заценим. Так, выбирайте персонажа. Так, какой-то инженер. Понять не имею, кто это. Машинка. Дрифткар. Ну, дрифткар мне нравится. Давайте дрифткар. Дрифтим немножко. Добро пожаловать в Carrot Survivors. Направляйтесь на юг, чтобы начать забег. Или сообщение поищите, чтобы узнать, как играть. Да я и так все знаю. Мне ничего не надо. Смотри, машинка-то какие, колесики это или циркулярные пилы отправляют. Все, погнали. Больше, так, projectile hits плюс один. А что это значит? Не, давай циркулярную пилу. Может, две будет пилы? Это, видишь, отскок. Ну, замечательно просто. Так, надо чуть-чуть потише сделать. На полшишечки. Хотя это вообще-то, наверное, совсем тихо. Ну ладно, пока так. Так, стрелять какими-то скобками, видимо, ближайшего противника. Christmas log. Рождественское бревно. Какой-то дождь с небес. Давайте дождь с небес. Это какой-то магнитик. Так, конусы для уличного движения вот эти. Будут вращаться вокруг тебя. Ну давай, пусть вращаются. А через 300 секунд восстановится. А вот этот предмет, который у меня есть. Так, рулетка. Дальность оружия. Надо мне это. Скорость передвижения. А рерол тут есть? Видимо, нет. Ну, гаечный ключ бросать как-то слишком просто. Давай рейндж. Надо больше отскоков, чтобы было у пилы.
Так, жуки какие-то появились. О, вот это неплохо. Сейчас мы улучшим. Так, а вот эта штука что такое дает? Старый радар. Все еще работает. Активируйте. И что там? А, он все вкусняшки показывает. Все, погнали, погнали за вкусняшками. А вот это что это такое? А, обменяй кровь на опыт. Понял. Может, это того и не стоило. А здесь мы перекусили, отлично. А можно еще раз показать, где тут что находится? Через 5 секунд только. Призывает орду босса для большой награды. Давай. Большой клоп вонючка. Надо вот здесь посмотреть, тут какие-то вкусняшки наверняка, нет? А. Урон 160. Нужен вендинговый аппарат срочно. Перекусить. Как бы мне обойти это все и забрать свой сундук? Так, горелка. Увеличивает силу рывка. Ну, не особо впечатляет. Огоньком вокруг себя. Ну, раз я что-то должен выбрать, давайте горелку. Что-то как не очень. Так, куда идти? Глаза прям разбегаются, так много всего. Так, кто тут? Босс тайм. Ну давай, побыстрее только сейчас. Зомби эггплант. Это баклажан. Баклажаны по-тайски сейчас сделаем. С чесноком. Или это по-грузински. Ну, в любом случае, это тема. Fire rate плюс 100%. Вот это нормальная тема. Да, врагов так много. А, мы можем тоже заехать? А спрыгнуть мы можем? Нет. Это one-way ticket. Возьмите с собой.
Что вы ему дадите? Горелку. О, неплохо, неплохо. Что вы ему дадите? Ну пусть Christmas Lock. Да, Blowtorch 100% урон. Fire Raid еще. Зажали его. Ну давай, за мной. Телепортируйся как-нибудь. О, видишь как? Так и думал, что это сработает. Я как будто только этого чувака и качаю. Ну, давай эти бревна свои. Количество снарядов увеличивается. Всего. Это мне нравится. Виндинговый аппарат. Надо прочистить. Увеличивает хпшку, скорость передвижения. Давай хпшку мы увеличим. Ну а где враг-то? Он говорит, ты чего хочешь? Я хочу реролл. Ну давай скорость передвижения, мы будем двигаться когда-нибудь. С ума сошли, кто это такие? Вот fire rate плюс 90%. Еще один снаряд. Вот это неплохо. Да не, у меня машина убийца все стало. Ну, посмотри, какая. Прочищаем просто уже. Вот все. Область дождевых капель увеличить. Все, сейчас баклажан пойдем добьем. Так, оверклок твоего оружия увеличивает, так, увеличивая fire rate. Ну, короче, улучшает все твое... Ну, короче, просто fire rate увеличивает. Не, мне лучше просто два projectile брел, мне кажется. Ну, долгосрочно фиг его знает. Может, fire rate будет предлагать какую-то полнейшую фигню. А где этот товарищ-то? А, вон он, все. Быстро. Еще снаряд. А почему конусов так мало? Б-
больше регенерации ХП. Пикап, давай магнитик. Я выбираю магнитик. Сейчас мы сходим к пылесосу. Так, область у всего оружия. Ну, дай попробуем. Больше дождевых капель. Призвать босса. Вылезай, подлый трус. Не, ну у нас урон-то как увеличился. Смотри, какой-то пацаненок. Сейчас распилим этого червяка. Так, скорость вращения конусов. Нормальная тема. Давай конусами, конусами его. Так, давай fire rate. Давай кидать гаечный ключ. Так, ускоряемся. Что я нифига не вижу уже. Блин, у меня хпшка падает. Я могу так погибнуть. Нет, 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 ну... Ну как так машину сломали? Вас уволили, ну блин. Вроде все так просто казалось, ну-ка дай-ка еще разочек. Чикен. Не петух, а чикен. Чикен еще как трус переводится. Давайте за цыпленку сыграем.
Видимо, что-то неправильно. Ну, где-то затянул с чем-то. Ну что так долго это перезаряжается? Такой кулдаун, что это такое? У горелки. Четкая. А ну вылазь. Давай, давай, поговорим с тобой. А еще мы босса призвать. О, какая-то женщина. Говорит, что ты ей дашь? Бревно. Женщина-бревно. Бывает. Грустная, правда, история. Вот там еще какой-то союзник. А вот дырочка. Сейчас мы дырочку-то найдем. Тебя цыпленок спас. Он говорит, что ты мне дашь? На тебе вот степлер. Тоже можешь взять себе бревно. Ну когда у меня это зарядится-то херня? Thank you.
Куда идти-то? Так, босс вот здесь. Пышка вот у меня что-то как-то пострадала. Ну. Хотите загубить мою курицу? Ну жари этот баклажан. Вот так вот. Жестко надо. Распихивай противников. О, хорош. А, область и на эту штуку распространяется. Регенерация ХП. Неплохо, неплохо. Пестицидами, пестицидами их всех. Не, ну у меня отличная команда. Не, ну мы, видишь, всех пестицидами, гербицидами всех вытравили. Так, кто там? Кто там? Быстренько. Давай, 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 прожарка. Только я один нормально работаю. Кстати, урон не такой уж и большой. Слишком много апгрейд, кастомайз, левел ап. А что это такое? А, это чтобы ты не отвлекался, там что-то на автомате, наверное, будет выбираться. Ну, типа, как у всех там, ну... Мне это не надо, я думаю. Вот, давайте Ирия. Что это за звук такой страшный?
Вот, дэмидж плюс 200%. Во. Всем по каске. Понять бы, куда идти. Не, ну псы, сколько мы кидаем уже гаечных ключей. Пестициды. А что это такое? А, броню я получил. Зашибись. А, вот радар. Ну где босс? Босс, босс, босс где? Ну вот какой-то человечек, давайте спасем. Ты что-то не отдашь, вот пинки можешь раздавать. И дождевые капли. Смотри, там пончик или монетка какая-то с дырочкой. Хорошо, хоть не ложка с дырочкой. Пылесосить. Ты тут уже просто с ума сойдешь, конечно, от этих... Ну тут, по-моему, максимум 4 может быть. Не понял, а чё ты так застрял-то, родной? О, отлично. Чё ты не видишь? Ничего ценного. Вы куда-то не туда зашли. Да, тут эти дождевые капли просто... Какой-то Армагеддон. Сейчас с пылесосом. Так, ну 10 минут мы уже продержались. Ну-ка еще область. Сын у меня курица с какой горелкой. О!
Ну-ка, где тут босс у вас? Сейчас мы с тобой поговорим. Давно надо было с тобой разобраться. Большой червяк. Его ждет большое разочарование. Да, ну несмотря ни на что, хпшка у него, конечно, как у настоящего монстра. А, не можешь. У тебя полностью собранная команда уже. А как они пробираются-то через... Да ё-моё, меня опять убьют. Не дебайт? Конечно, не дебайт. Так, регенерация ХП или больше снарядов на 2. Дайте регенерацию. Пестициды, пестициды нужны срочно. Пережили мы нашествие. Вроде все живы. Так, враг. Срочно вызываем врага. Прощения не будет. Выжигайте, сволочь. Давай хпшку увеличим. Какие-то брокколи пошли. Можем потерять членов команды так. Давай файррейд. Давай область. Перекусить. Давай, 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 давай. Прожарка.
Давай конус возьмем. Цыки, у меня конусы огромные. Вот это по-взрослому. О, смотри, тут еще босс. Надеюсь, мы не погибнем. Надо призвать. Танк? Мне надо полечиться, а мне не дают. Где регенерация, черт возьми? Ну как так-то, но... Хорошая шутка. Время встретиться с полковником. Имеется в виду полковник Сэндерс. Это основатель Кентукки Фрайд Чикен. Как я понимаю, это такая шутка. Ну вот так вот. Но в принципе игра веселая. Но не получилось, не фартануло. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующих видео. Всем пока.